В Каспийске медсестра и участковый врач поликлиники занимались хищением наркотических средств. Сотрудниками полиции на рабочем месте с поличным задержана старшая медицинская сестра, которая воровала ампулы морфина. Кому она по-доброму оказывала недобрую услугу, смотрите в следующем сюжете. С медицинской точностью и заботой в кабинете больницы медсестра вкалывает пациенту наркотик. Он не болеет, в морфине не нуждается, он просто знакомый женщины. А у нее сильнодействующего лекарства хоть отбавляй. Вот и решила поделиться. Только никто из них не ожидал появления полицейских. Я ее попросил, я говорю, да, вот смотрите, здесь эти флакончики стоят. Дело в том, что печень, это все... Несколько дней мероприятия были различные, и поэтому попросил прокапаться. Мужчина подошел к своему организму с заботой. Как бы парадоксально это ни звучало. Морфин очищен от примесей и вызывает минимум побочных эффектов. Именно поэтому он предпочел его, а не другие наркосмеси. А вот медсестра совсем не по-медицински, в ущерб здоровью пациента. Активно содействовала его пагубной привычке. Выписанные для онкобольных медикаменты женщина сбывала не по назначению. Я очень сожалею, что это сделала. Я взяла у больного онкологического. То есть, если я правильно понимаю, они были выписаны у онкологического больного, да? Да. И в последующем вам использовались? Да. В чем вы раскаиваетесь? Да, очень. Ампулы небрежно валяются в урнах. Такое, в принципе, недопустимо. Препарат по правилам хранится исключительно в сейфах и выдается под конкретных больных. Но здесь о правилах не думают. Как ни странно, наркоманом оказался респектабельный 47-летний руководитель одного из ТСЖ города Каспийска. По факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Хадижа Курбанова при содействии Министерства внутренних дел Республики Дагестан.